Праздник молока. В Канашском районе нашли свой выход из сложившейся ситуации с низкими закупочными ценами на свежее молоко. Фермерскую продукцию решили продавать напрямую, без посредников и дополнительной заводской обработки. В прошедшие выходные для жителей организовали настоящий молочный рай. На прилавках молоко, творог, сметана, топленое масло. Продавцы-фермеры. За продукт свой ручаются и словом, и бумагой. Прежде чем попасть на прилавок, их ценный продукт прошел проверку и получил соответствующий сертификат у ветспециалистов. На бутылках пусть и самодельные, но информативные этикетки с жирностью, плотностью и сроком годности. ГОСТу соответствуют. Если цифры и факты не убеждают, дают попробовать. Фестиваль молока, решение, выгода которого очевидна. В плюсе остаются и покупатели, и владельцы частных и крестьянско-фермерских хозяйств. Сдавать молоко сборщикам всего за 13 рублей литр стало убыточно, при том, что этот же продукт на прилавках в магазине почти в 4 раза дороже. Этот дисбаланс мы хотим как бы сгладить его, чтобы именно жители данного микрорайона, где проходит эта акция, поняли, что вкусовые качества цельного молока намного лучше. Фермерский молочный праздник развернулся в селе Шахазана и на 5 площадках Канаша. Кстати, торговые места предоставлялись бесплатно, а местные творческие коллективы развлекали народ песнями и плясками.